Перейдем теперь непосредственно к самому Лахме. Смотрел ли ты вот, наверное, из последнего видео, которое он выпустил прям совсем недавно? Мне, думаешь, нечем заниматься? Мне есть чем заниматься, я в спортзале живу сейчас. Просто в этом видео, я не знаю, может быть, тебе говорили, не говорили, он, получается, обратился к тебе. Если коротко, то он посетил Мекку, сказал, что хочет начать новую жизнь, и обратился к себе со словами, что, блин, да я даже не знаю, можно, если там тебе не затруднить, эти видео просто покажу минутно, с какими словами он обратился. Да. Получился это с Али изначально, с Камилом. Я с ними вопрос еще до этого закрыл. Расулу, что могу сказать? Пусть Всевышний Аллах исправит его, нас, пусть ведет правильным путем, пусть укрепит нас в религии. Потому что чем ближе ты к Аллаху, тем ты понимаешь, что это, ну, не нужно между братьями-мусульманами. Это неприемлемо нам таким заниматься, друг другу пытаться навредить. А наоборот, должны призывать братьев каяться, поклоняться, просить прощения у Всевышнего Аллаха и оставить ненужные моменты. Есть какая-нибудь злость, агрессия сейчас? Нет, у меня и до этого, честно сказать, не было. Просто то, что оно у меня на душе накипело, я высказал без всякого умысла там хайпануть, как это сейчас принято говорить, или еще что-то. Я за этим не гонюсь. Если бы гонялся, то различным популярным блогерам интервью дал бы и там интриги создавал бы. У меня этого нету. Просто на протяжении 5 лет, сколько я стримлю, люди по-любому узнавали, кто я, что я, как бы я себя ни сказал. То, что он сказал, может быть, есть ли у тебя какое-то ответное обращение к нему? Слушаем судья, чем мне сказать? В принципе, наверное, можно считать эту тему закрытой, я думаю, с этого момента. Не все так легко. Я понял. Ты весной 2022 года тоже был в Мекке. На Умре расскажи, как это было. Это было незабываемо. Это просто необъяснимо. Это все, что там творится, и та энергетика, все, что там ты ощущаешь, это просто словами не объяснить просто. Это просто нужно быть, и тогда ты это чувствуешь. Вот это все, ты как будто обновляешься, короче. Просто реально, ты как будто обновляешься, а ты с таким, знаешь, с такой легкостью уезжаешь туда, знаешь, на душе. А с кем ты туда поехал? Вроде бы Хайбула, да, Мусалов там Да, был у нас тоже. Рокки, директор наш клуба, Юнайтед Раш Файтер, у нас такой, сделал доброе дело у нас и отправил, как говорится.